Здравствуйте, меня зовут Никита Бенами, это Такара. Я художник, скульптор, ювелир, я проживаю в Израиле и по совместительству являюсь членом жюри конкурса Golden Time Talent. На этот финал были предоставлены такие замечательные работы, что было очень сложно выбрать среди вас лучшего или лучшую. Поэтому я не могу даже ограничиться тремя именами. Я, наверное, укажу немного больше имен тех, которые меня удивили, которые меня в какой-то степени потрясли. И я очень надеюсь, что вы все будете продолжать. Естественно, вы будете продолжать. Потому что у вас это в крови, это в душе, и это видно в тех работах, которые вы предоставили. Не буду долго тянуть. Однажды я уже говорила, что меня всегда притягивают в картинах глаза. И если человеку удается в глазах выразить эмоции, состояние души, я не могу пройти мимо этого. Ольга Ульдашина, Стефания Кручинина, вам очень удались глаза. Мне очень понравилось то, что я в них увидела. Альбина Салахиева. Я давний поклонник и фан Гарри Поттера. И то, что я услышала, что ты боишься писать, боишься рисовать, не бойся. В этой картине я просто видела в окнах гуляющих всех моих любимых персонажей, и дух Гарри Поттера просто лился из этой картины. Это было потрясающе. Юлия Клюева, скульптура «Вазы водопад». Я являюсь поклонником такого стиля японского «Ваби-саби», которое подчеркивает момент. Момент здесь и сейчас. Это я увидела в ваших скульптурах. Потрясающая работа. Анет, женщина искусства. Мне очень понравилось, что искусство для вас не ограничивается рамками холста. Это замечательное качество художника. Потрясающе. Анет, женщина искусства. Оксана Фомич, «Дорога длиною в жизнь». Я увидела эту дорогу длиною в жизнь. Она настоящая дорога в жизнь. Длиною в жизнь. Оксана Фомич, браво. И еще один художник, которого я не смогла тоже не отметить, которая была уже, как выяснилось, победительницей одного из прошлых соревнований, Эльза Лоран, «Джокер в Париже». Это ваша первая работа маслом. Детали потрясающие, ощущения от картины потрясающие. Первая работа потрясающая. Продолжайте. И очень многим, все те, кто участвовали в этом финале, неподражаемо, очень здорово. Поздравляю вас всех. Спасибо вам огромное за это счастье увидеть каждую работу. Продолжайте, творите. Всех люблю. Никита Бенами из Израиля.